Да, все-таки надо ачивку добьем. Последнюю. Привет, Сай, привет, Майк, привет, Волк, привет, Абаджис. Привет, Мейджор Лейзер, привет, Дрием, привет, Священник Твича, привет, Небылица. Привет, Need for Speed Shift, привет, Мирадор, привет, Боуклес, привет, Лоускилл. Здрасте. Минус 2. Да, я пошел, мне сюда. Поиски ластика или часов. Продолжается. Спрятал? А! Что я думал, что я буду спидранить, а я вроде пока не хочу спидранить. Сейчас вернем. Easy fix. Опять стоп-вотч. Давай стоп-вотч. Я его возьму, а я его возьму, наверное, все равно. Можно брата взорвать. Пересолнен. Секретный? Не особо секретный, анонс сделал. Какой же он секретный тогда? Анонс вроде был. Нет, не сердце Айзека, тут другая херня. Так. Степан или Степашка? Извечный вопрос. Ой, как криво полетело. В принципе, наверное, Степашку я не беру. Фамильяры лишние, они реально лишние. Нет, брать не буду. Так. Ну, пошли, братан. Мне деньги нужны. В идеале я бы и то бы взял. Но это в идеале. Да, прикольно сделал. Вернись. На алтарь. Степашки его будут дамажить. Тут вообще лучше детей не брать. Дети троллят. Чем сильно троллят, по-моему. Тем более у него хоминг. Правда, погоди. Ладно, сейчас подожди, у меня же это... Кенди Харт. Можно удариться. Сейчас получим плюс 001 шот спид, наверное. Что-нибудь такое. Плюс 02 скорость почти. Я был близок. Ух ты, рейндж. Уф, минус 20 монет, ну ладно. Ну, хватает, да? Почти. Автомат, но я его пополнил маленько, там было больше 100. Привет, любимый благой. Ну, доброе начало, по крайней мере. Привет, Forehead Snake.
Эх, не в том порядке, ну ладно. Секретка первая. Подай там румой, возможно. Голос, голос после 5 часов фальт якобы. Фига. Неплохо. Привет, аллигатор. Ключей бы, да побольше. Это не ключи. Там могут быть ключи. Удачи в этом деле, Forehead Snake. Надеюсь, вам это удастся. Сделка в безопасности, возможно. Опа. Осталось только на мать. Все остальное все пройдено. Ну и я троллю, и игра троллит. Короче, все плохо. Это вообще не пошло сегодня ничего. То хаха прошли, то прошли. Очень смешно прошли. Через меч и через генезис, через, блядь, все это поломанное вместе взятое. Там что-то все поломало страшно. С этим мечом. Забавно вышло. И это вот только один раунд, который мы прошли на этом дебильном персонаже сегодня. Привет, Грей. Тут же ра. Сразу. Формула после формула. Естественно. Дэмэдж, ой, дэмэдж, хп. Войт. Хрень вроде. Конечно, тирсдаун сразу же, да? Если я не буду брать войт, не хочу лочить войдом. Это полная хрень. Это такие еще раз на гонках, да? Ничего на гонках, все как всегда. Стандартная помойка. Остался одна, мать осталась одна. А тут ключей не будет, лол. Ага. Тут ключей-то не будет. Можно Кинди Хард пофармить. Привет, Саша. Реально можно. Прям нормально можно Кинди Хард будет фармить. Так, хорошо. Так, дэмэдж. Так. Удача, шот спид, класс. Отдай, говорю. Господи. Господи, да ты... Отдай! Моё. Дамаг, хорошо. Там была сдвоенная хуйня где-то. Где она была? Здесь была, окей. Okay. О, тирейд, заебись. Маленько вернули. Но ключей все еще вообще нет. Это печально. Это прям сильно печально. А чё, вообще не будет ключей на этом этаже? Я же, блядь, тогда это... Софтлок. Я тогда не смогу пойти на этот идиотский этаж. Без этого дебильного ключа. Ой, идиотизм. Это что, реально не будет ни одного ключа? Даже бы я вообще тачтатил ключи в этом ране. По-моему, нет. У меня просто не было ни одного дропа ключа. Вообще. Так что в магазине, может, был ключ, может, надо было брать, оказывается. Ладно, посмотрим. Шотспид, конечно, растет мое почтение. Так, у меня стопвач. Конечно, медленнее.
Даже стопач взял на первом этаже. Конечно, медленнее. Сильно медленнее. Нужен бомб-сакис. Твой шанс больше, когда у тебя нет ключей здесь на бомб-сакис. Что-то не похоже на это. Ну, потрясающе. Это уже второй этаж, да? Это уже второй этаж. У меня просто ключа нет никуда. Ну, дай бог, тут секретка будет здесь, но это не факт. Это нихуя не факт. Я вообще не ебу, где она? Ладно, возможно, я ебу, где она. Но, возможно, мама Мега открывает ту дверь, кстати, да? Такое может быть или нет? Тут нет ключа, все. ГГ. Ни одного нахуй ключа. Почему стрики на армате это ебаное долбоебство? Чтоб просто нахуй ни одного ключа за два этажа. Вот эта дверь. Я думаю, оно не откроет. Скорее всего. Давай посмотрим. Как уломать? Так смысл. Ну, типа можно, но один хер тран уже нахуй мертвый, все. Просто нихуя ни одного ключа. Типа с Сакрумой, если правильно Сакруму долбить, хули делать. Тут может выстрелим что-нибудь. Ну уже долблюсь, хули делать. Один хуй этот ран уже конченый. С нулевой. Так. Потрясающе. Мне это тоже не поможет. Ну, что я могу сказать? Челлендж рум еще есть, это правда. Только я буду там на одно хп. И с братиком. Камней меченых я не видел нигде, камней меченых. Кстати, здесь вообще есть ли эта рума? Wait. Она была? Челлендж рума. Где она была? Я был в Кёрсруме. По-моему, я был в Кёрсруме. А, выше. Вроде я был, да, в Кёрсруме? По-моему, я был в Кёрсруме уже. А, вот она, окей. Хуительно. Хуительно айтем. Классный босс. Держи. Охуен. Так, спасибо, что его убил. Все же, по-моему, сдох бы. Ну что ж. Мы исчерпали все варианты. Ну, кроме Cross Space, ну, типа, искать Cross Space на бомбе. Ну ладно. Пошли дальше. Конечно, я убью, но, скорее всего, ничего это не сделает. Тут ебаная ключ под... Ну, дверь под ключ. Где он такое откроет? Сол возьму, да. Я, возможно, сол как раз таки нажму в секретке. Там на R-кнопку или на Крэкторп. Как вариант. Чё, надеюсь, на Тересток автомат в секретке. Рейзер все еще работает, да.
Там дальше нихуя нет, правильно, на ангеле. У меня все даже хп нет. Там дальше бомбы, ангелы, либо деньги, либо хп. Так что плевать. Сопикол, что у меня хотели хп нихуя нет. Я играю на одном хп из-за этой тупости. Я еще и так могу умереть. По приколу. Шанс невелик, конечно, но шанс есть. А вот и ключ! А вот и ключ, вот он, конечно. Конечно, теперь мне дают ключ. Привет, Фотонол. Зря я иду в сторону. Я иду в густую руму. Как это сделать, не знаю. Как мне это нахуй не задело. Шарпки, о, он полетел прямо в эту хуйню. Молодец, долбоёб. Господи, дегенератский персонаж. Просто дегенератизм. Как бы это нахуй играть? Я потом заберу. Да, 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 ладно, костры ему можно. Батарейка. Как назло, нашел, сука, все. Stopwatch, опции. Заебись. Все красиво взял. Ну, говорю, возможно, конечно, я проебался, возможно, не купил ключ. Возможно, в том магазе был ключ, я забыл про ключи. Поверил, что эта игра дает ключи. Лол. Она их, конечно, нихуя не дает, когда они нужны. Но может там ключа и не было, да, я не помню. Привет, Oxygen. Вот, но возможно я сам, конечно, виноват. Красиво. Тварь вообще умрет, я его убью уже, по-моему, полдня. Ух. А что так красиво там каким-то серым цветом моргает? Ты за стопач такой же? О! Тут уже я троллю. Так, пора умирать. Там, возможно, Крампус. Ты же убьешь Крампуса, правильно? Надеюсь. Это говно. Эти порталы брать точно не буду. Так. Это можно уже не взорвать. В магазе был. В магазе Талабастер. Poison. Будет поизон пивать. Я думаю, тут хер, тут секретка походу где-то на начале этажа, секретка первая. Наверное, пошли отсюда. Не стоит того. Но ран очень скудный. Типа только на стопаче живет. По факту. Пока ничего интересного не нашли. И он снова вернулся.
пойдет. ХП довольно маловато тоже. Ну, может быть. Нет. Када. Здоровый скелетрон. Этого взорвать. Уп. Такая себе таблетка. У меня 4 дэмэдж, по-моему, только из-за этого, да, из-за Кенди Харта, по сути. Получил плюс 0.5 дэмэдж уже. Приятно, но маловато. О, пошли еще фармить. It's like she's fucking five. Все, 100 рублей, аллигатор. Купи себе ключей в следующий раз. Хорошо, надеюсь, в следующий раз все получится. Бам. Пошли еще фармить. Я теперь буду фармить. Хули делать-то? Еще в теории можно просто найти айтемов в секретке, потом найти какой-нибудь ролл. И там что-то можно наролить через ролл. Ну, типа, надо еще найти ролл. Хотя бы руму, а лучше какой-нибудь, типа, D4, D100. Или D-Infinity. Это прям слабый вариант, по-моему. Прям сильно слабый вариант. Хоть и не невозможный. Типа его же там Омега же не открывает ту дверь, да? Она откроет Бустраш, наверное, полагаю. Бустраш, кстати, опять ключей нет. Опять ключей нет, окей. Ладно, хорошо. Один ключ есть, ладно. Шарплак, Библия. Это поможет слабенько. Дверь? Ну вообще мы на мать идем. Нам надо открыть дверь, которая... Которая на мать. Которая в корпус ведет. У нас проблемы будут с доступом к двери, потому что нам не дали ни одного ключа за первые 2 этажа. То есть я не могу собрать ключ. Ключ папы дверь не открывает, это 100%. Нет. Открывает вроде душа Каина, разве что еще, как вариант. Вот это вроде открывает. Ну и тоже надо еще найти тут душу Каина. Это в теории может помочь. И опять ключей нет. Там душа Каина, шарпки и Крэкторп открывает. Или Брокенорп, оно правильно обзывается. Ключ будет хорошо. Господи, да где секретка? Есть? Ты долбоеб ебаный. Это омега билд, это гамма билд. Это бета билд. Точно не омега билд.
встреча глотала. Тут много стафа. В принципе, это потом может пригодиться, но... Опять же, потом это не сейчас. Благо, обычно, кстати. Им, думаю, мы разберемся. С ним, думаю, мы должны разобраться. Не, братик, конечно, мощный. Тут спору нет. Если его доджить, то как бы он, считай, пол игры проходит, наверное. Просто чудовищно опасно. И страшно. Да, флеш дверь, это она. Это вроде она. Господи, где секретка? Что за ебанутый этаж? Здесь, что ли? В этой L-комнате. Может быть, здесь. И она здесь. Ну, да. Это шанс. Но я за ролю. Я за ролю. Это надо ролить билд, наверное, да? Или все же мы надеемся, что нам дадут айтемы дальше в секретке. Будем ролить потом где-то в секретку, но уже нет времени ролить. Нет уже времени ролить, к сожалению. По-моему. Ну типа да. Я это беру и буду ролить билд. Может даже через D100. Может даже через D100. В принципе, терять особо нечего, кроме опций. Опции терять груза, наверное. Это одно выдеплёт. Привет, Ликвид. И лучше бахать. Грибы. Ой, грибы бахать. Часы? Ну а чё часы? Мне нужен крэкторп, я не могу пройти на мать. Этот ран сейчас абсолютно не имеет никакого смысла. Если я не могу пройти на мать. То есть мне надо в любом случае чё-то надо ломать. Чё-то надо как-то ролить, надо как-то выходить на крэкторп. Либо на... Шарпки, но мне кажется, проще нарулить, наверное, крэкторп, наверное, чем шарпки. Эх, хорошая активка. Там не Маомега, там это. Там шарпки открывает. Айтем с этой. С магаза айтем. Бухорм, я тут, наверное, D100 надо прохну. Да? Наверное, D100 прохну. А это мы... Давайте посмотрим. Я не помню, там, по-моему, были... По-моему, там были одни активки. Да, две активки. Я еще и тролля я мог ключом искать секрет. Бомбы не тратить, ну ладно. Так, меня бесит этот ебучий... мяч с цепочкой. Это очень опасно. Это максимально опасно. Тут нормально. Нужно кого спейса поискать. Ну что ж, давайте ролить билд. Давайте ролить билд. Благо, надеюсь, до Infinity я же не потеряю, правильно? У нас есть где-то два этажа. Не, у нас есть один этаж всего. Чтоб наролить крэкторп. То есть шансы очень невелики. Охуеть, я наролил. Чё я наролил? Burst Ride, Card Reading, Rock Bottom. Кайфовые айтемы. Айтемы интересные. Скорость после ебанутая. Но опять же, Rock Bottom хорошо, но... Но нет. Это не то, что нам нужно. И батарейки... А, тут был Sharp Plug.
Ну, шарплак, типа, это одноразовая хуйня, но на один раз его мог и что-то... Давайте с собой возьмем, потому что я смогу сразу прокнуть на новом этаже ролл. Чтоб роллов было больше. Это вариант. И если там Excel, то это ГГ. Если сейчас будет Depth Excel. Не Excel, окей. Хорошо. Хотя я потеряю до хера хп с другой стороны. Давайте только надо маленько почистим. Чтоб не так много хп всрать. Кшагил полная параш. Просто жесть. Что, надо я буду через Дестона наролить. Может получше D8 прокнет какой-нибудь. Братан опять вернулся. Эх, без стопачки же грустно. Со стопач было веселее, скажем прямо. Было сильно веселее. Где там этот Дестон? Так. Демора стало миллион. 4-5 вольт. Глич корона. Опять же, поможет маленько, но насколько это поможет. Хп стало миллион из-за печени. Так и же забавно, но опять же. Еще будет роллов меньше, потому что 4-5 вольт троллит. Плохо. Роллов будет наоборот меньше из-за этого, а не больше. Так, ты мне можешь дать айтем, который я заролю короной. Аккуратно. Муха троллит тоже. Муха тоже троллит. Это мне дали, окей. Ключ заряженный хорошо. Охуеть, блять, ладно. Так. Почти. Почти. Рафант, найс. Сделка. А, ролл. Надо пойти через D4 ролить! D4. One up. А где мы тирейт весь? А почему тирейт весь отняли? У меня же был тирейт хороший. Как это работает? Это же не до 100 было. Опсы вернулись. Бля, это ебаный ад. Чё у меня нахуй с тирейтом стало? Видимо, рулем опять за D100 дальше. А, все, он сдох. Охуенно. Ну, у меня ванап есть. Хороших новостей, у меня вообще билда нет. Что это за уебанский тирейт? Охуительные румы.
Магаз, похоже, мы не найдем тут. Обреченный ран. Ну, типа, ролить пока нет смысла, если он сдохнет, скорее всего, без ванапа. После этого убить возможно. Может, ты их убьешь? Ладно, сам справился уже. Стоять. А, типа врулиться в завтрак, окей. Собрать. Shadow. Ну это спасение из этого рана. Но опять же, я продобился за рулю, скорее всего, все равно. Это типа просто пройти ран. Просто забить и как-то пройти ран, чтобы без смерти. Только ради этого. Еще можно два этого взять, батарейки нет. Батарейки вообще нет. Я знаю, что так я говорю, просто не умереть, я ж объясняю. Типа, это я сделаю просто, чтобы не умереть. Просто, чтобы ебаный ран закончить каким-то образом. Это все, что я получу. Я ж так и сказал. Давайте ролить. А, это нажал. Team Trainer. Сразу с гличайтом какими-то. Модем, скорость. Wait, еще я еще умру. Что происходит? Какие-то автотурели появляются. Ключ, я знаю про ключ, я иду. А! Кубик. Все. Все. Ага. ГГ. Кубик, все. Спасибо тем тренеру за это, да? Че активка делает? Я не знаю, что он делает. Но это скоро умрет, потому что у нас тем тренер, поэтому ладно. Тут уже можно особо не париться. Ну что ж. А, ну время Пауза. Пауза навсегда или типа... Но опять же, если был бы я на матери, это было бы прикольно, наверное. Может, надо было идти, суки, на мать? А, оно ролит билд. Стоп. Чего? Чего, Тим-тренера. Что-то еще более ебанутое, чем этот персонаж. Что это за хуйня? Лучше мне кубик бы вернули обратно. Ну, у нас есть анг. То есть, опять же, ран мы, наверное, пройдем. Кольцо, так хули толку? Все равно ран мертвый. Мне надо идти на мать, а я никим хуем на мать уже не уйду. Отсюда. Может, не брата поломали? Ну, вряд ли. Или поломали. Ты что-то перейдешь, остался, блядь. Что-то перейдешь. Какой-то перейдешь, остался. Подожди. Перейдешь есть, но тем тренера нет.
И брата нет, реально. Что? Как? Как брата нет? Почему брата нет? Господи, что за тупость? Это еще и Кёрстай. За что? За что Кёрстай? Ну и билда нихуя нет. Хотя, теперь есть. 9. Почему 9 дэмэдж? Это был странный тим-тренер, походу. Это был максимально странный тим-тренер. У меня какой-то бешеный дэмэдж, у меня вообще нет айтемов. Не на... У меня ни одного, не... Ладно, у меня 2 дэмэджа айтема, в теории. Типа пояс и, возможно, экспериментал. Возможно. Шприц, но он не факт, что на дэмэдж. Но возможно. Эти один хер 9 дэмэдж, это все равно бред. Не может быть там 9 дэмэджа. Там, видимо, какой-то опять Десто уже это. Посмертный прохнул какой-то странный. Абсолютно невменяемый. Ну что ж. Значит, мы это, наверное, пройдем, но... Смысла в этом мало. Охуенно я прошел. Может там Missing No, который мы не видим, кстати. Но его тут нет тоже. Или может был одноразовый Missing No. Из Бэвика? Да не, вряд ли. Раз есть Бэвики, которые билд ролит. Какие есть Бэвики? Да нет, это, конечно, тим-тренер. Это просто тим-тренер прифол тут. А вот и... Фак. Ух, а вот это уже интересно. А вот это уже интересно. Правда, мне Кёрстай, опять же, что херово. Что очень херово. Ну, возможно, мы с него как-то выберемся. Походу, у нас поиски R-кнопки. Начинаются просто жесточайшие поиск кнопки. Потому что если мы брата поломали билд, мы поломали брата, то сам бог велел теперь это. Как-то этот ран продолжать. Вот только вариант только один. Вариант только через это. Брат, у нас там паролился тим-тренер из секретки. Который нам поломал The Infinity, но который как-то паролил билд нам. Здесь, на новом этаже, и поломал брата. Да, Адмос. Получается плюс-минус так. Получается как-то так. Такая вот история. Такой вот классный айтем. На такие вещи способен. Я сам в ахуе. Что происходит с этой игрой? Последнее время. Ну вот, так вышло. Получается, так вышло. Может быть здесь. Думаю, еще бомб я намашню, если что. Нам же столько нужны айтемы в секретке как-то за 4 этажа. Хотя бы один найти, то возможно хватит. Либо даже во второй секретке, там тоже ролятся нынче айтемы в секретку. Да, может брат вернется, тоже возможно. Запросто. Как бы я ничего не говорю. Может это было на один эффект. На один этаж эффект. Это тоже более чем может быть. Не, еще этот GB-баг. В придачу. Брат попал, походу, под тим-тренер. С тролла. Бог его знает, как это сработало, но нам тим-тренер зарулил билд обратно и, походу, поломал брата каким-то образом. Либо на этаж, либо навсегда. Скоро узнаем. Возможно, на этаж, поэтому, возможно, мы рано радуемся.
Нам просто кубик дал ложную надежду, что мы сможем найти R-кнопку. Тогда в теории это все еще мог бы быть, наверное, не самый плохой ран. Я, конечно, с Кёрстаем идти на мать, это такая себе задача. Сомнительная. Ну, в принципе. В принципе. Как бы без брата я готов и с Кёрстаем пытаться идти. Поебать. Может быть, и так прокнуло бы. Pretty fly, nice. Pretty fly, nice. Бомбы. Пять мифич. Я не думаю, что его будет особо фиксить тем тренер. Скорее всего, этого не будет. Там максимум пофиксить то, что он сейчас он тем тренер, он ролит полароид и негатив, то есть ты не можешь идти в сундук или в даркруму вообще. Это они, скорее всего, исправят, об этом вроде говорилось, а все остальное, по-моему, им плевать абсолютно. Типа это смешной рандом айтем, ахахахаха. Смешная рандом хуйня. Наслаждайтесь. Мол. Мы такие смешные. У нас тем тренер. Так, тут тайтан дают, его можно паролить. Давай, ты можешь. Возможно, у нас встроена миссинода. Эй, лобстер. How you doing, man? Чего если найти кубок в обычном ране? Какой кубок? Который как в челленджах? Без понятия. Ну, по-моему, он же ничего не триггерит в обычном ране, наверное. Только в челлендже что-то, какой-то триггер есть. Типа на финал рана кубком. Опа. Опа. Так. Так, а что у меня на роллы есть? Только бэттери, да? Только бэттери. Ну и починили Кёрстай. А у нас букорм остался, окей, это опасно. Ну, брат с этим точно не будет выживать. Типа, с Ферусом я вообще не думаю, что можно как-то его оставить в живых. Ну дай бог, брата там и не будет. Тогда, возможно, это не проблема. Ага. Но у меня остался пердёж, это точно с тем тренера. Потому что я помню, что там был какой-то пердёж, это остался тем тренера. Поэтому боюсь, скорее всего, реально сейчас будет ролл опять. Наверное, мы все потеряем. Странная хуйня. Череп мне не нужен. Закрыли? Нет. Ну вот, последняя цель осталась. Одна цель осталась, последняя. И закроем. Ну тут все сложно. Нам не дали ни одного ключа. Первые два этажа. Мы пошли дальше. Нам дали Seed and Soul The Infinity. Я пытался ролить билд. Я наролил DM Trainer на прошлом этаже, который мне дал какую-то хуйню. И с этим ушел на Devs 2. Мне паролили билд в начале этажа. И брата почему-то нет при этом. Я не знаю, что происходит. Team Trainer пиздец странный айтем. Просто невероятно странный айтем. Я думаю, мне хватит полароида. Ну что ж, смотрим, ролится ли билд. Не ролится. Не ролится. Но появится ли брат? Если появится, то это все на ГГ. А он сам умер сейчас. Или ему кто-то помог. Или он сам умер. А брат появился. Эх, это было все на один этаж. Печально.
Ну, тогда не так хорошо, конечно. Типа его, конечно, фризит, но, по-моему, его это ненадолго фризит, да? Да, у него кулдаун. Ну, что происходит, я все еще не понимаю. Я все еще это понимать отказываюсь. Что в этом ране происходит после тем тренера? Что это за пердеж? Держу, я не знаю, это от тем тренера эффект остался. Это похоже от тем тренера. Мне кажется, один Ферус, и он умрет, да? Скорее всего. Мне кажется, это один Фетус. Еще у него крип. Нет, это крип у меня, окей. Он на брата пердит. Это нереально. Это нереально. А, все. Как я и сказал. Это не жизнеспособный билд с этим уёбком. Не жизнеспособный. Была бы мантия, я бы, может быть, выжил бы хоть чуть-чуть. Без мантии, конечно. У меня, правда, есть ванап, а у меня есть анк, ну да. Ну, типа, ладно, если анк, то бог уже. Да и доиграем анком. В принципе, будет не так обидно. За один куба. Окей. Мантии нет, мантии, у меня танк есть. Не плюс, что мы не умрем, ну типа полностью. Это не будет плюс смерть, ура. Это будет просто минус сейчас нахуй жизни опять. На этом ебанутом персонаже. Тут я точно умираю. Умираю, наверное. Возможно, нет. Надо найти секретку. Уф! Спасибо, спрайт. Как цепануло-то, а? Так. Скорости нет, типа, доджить сложно Тфероса на такой скорости. Тоже есть проблемка. Что-то лазарет, честно, я уже не знаю, что лучше. Что то хуйня, что это, по-моему. И другое, я ебал вообще играть в таком виде, в каком-то сейчас. И то, и другое говнище. Но, по-моему, лазарь проще, чем эта хрень. В лазарете ты настолько не это, не на очке играешь постоянно. А, охуенно. А, ты ко мне пойдешь, окей. Не, друг, ты ко мне не иди. Ебануться, Рума. Мечта просто, блять, Фетуса, Рума. Еще одна хуйня осталась. Okay. Жесть. Да где? Справа, может? Нашли. Куча роллов, но мне нечего ролить. Интересного. Интересных айтемов на ролл нету. Блять, он выжил. Псина. А оно не работает? Анимасова не раз сейчас, по-моему, не сработало. Забавно. Плюс 0.15. Чем мы ролим? Куда мы идем? Никуда. Мы идем на мать, но мы сильно заблудились в этой жизни. Мы очень сильно заблудились. Может быть, в Crawl Space какие-то роллы смешные, но вряд ли. Это не похоже на смешные роллы.
Минус хп, я же взял этим ластом. Ласт не может давать минус хп. По идее. Там еще роллы есть, ну типа я не думаю, что что-то такое на роли прям потрясающее. Смешно. Это мне поможет тоже, ага. Ладно, я думаю, дальше не будем ролить. Может, найдем быстро секретку первую. На новом этаже. Правда, я теперь думаю, даже если я найду кнопку, типа, как это играть? Как я буду проходить с Феросом, мать? На этом идиоте. Может, уже не стоит, типа, это... время тратить. Просто уже забить, уже ран закончить и снова начать. Ну, реально, с Ферос... А, блайнд, естественно. Естественно. А вообще, может, я хп и потерял. Сколько у меня было хп? Я не помню, сколько у меня было хп. Вот тут фарм бесконечно, они же так и не починили. Конечно, нихуя они не починили, им же поебать на игру. Им же похуй, зачем это чинить? В принципе, им мне похуй. Ладно, наверное, просто пошли заканчивать ран. Я это не пройду с Феросом, скорее всего, в любом случае. Тупо надеяться, что я потом найду. Правда, ладно, я смогу с Феросом найти это. Я могу найти какие-нибудь часы в магазине. Ой, не с Феросом, с кубиком могу найти часы, ластик, что-нибудь такое. На это можно, конечно, понадеяться. Разве что, ну, тоже типа шанс. Скажем прямо, небольшой шанс. Учитывая, что я нахуй ни разу пока это не нашел за все прохождение этой игры. В этот раз на этом сейве. Не было еще ни одного. Ни ластика, ни часов. Сложно. Ролит поэтому, но ролить нечего. Это на кросс. Знаешь, я при этом оставил ТМ-тренер хуйню. Все, пердёшь такие это... такие херачат. Вообще, по идее, я же полубессмертный, да? В обычных румах. Они меня не могут тронуть. Охуенно. Мы тут сцепили. Ну, дэм же гора. Дэм же реально гора. Капец, паф. Как это работает? Ой, неважно, поехали, короче. Так. Так, опять поиски секретки безудержные. Пока нет. Yes. Комната NTL на кросс. Опять же, какой рэп, видимо, новосибирский вроде. У нас
Если он меня убьет. Я же буду анком, правильно? Он же меня не убьет совсем. Правильно, правильно. Правильно. Господи, умираю уже. Не хочет умирать, господи, где себе? Ну, что за этаж ебанутый опять? Что за лайаут, а? Где, блядь, чё в этом даже ебанут находится? Окей, вторую нашел. Вторую нашел. Опять куча батареек. Миллион батареек. Камон. Нечего ролить. О, слава богу. Я свободен. Ага, ага, угу. Здрасте. Если бы я был первый секрет, где бы я был? Это вроде проверял, тут нету. Классная рума. Резко, в другом ране, возможно. Тоже, правда, тран очень странный. Я бы тут не хотел находиться на месте первой секретки. Death ring. Пока. Death, мать его, ринг. Блядь, Феникс. Все же где хуйня. Хуйня, да, Рома? Ты что, могу пройти? Плюс-минус. Господи, как они делают на, сука, уебанские этажи? Тут снизу, наверное. Ну нихуя себе, нашли. Тут айтем нет. Тут айтем есть, он ролится. Это ролится, это R-кнопка. Ару. Мы все-таки ее высрали. Фух. Ну что, все по новой пошли? Кнопка прокс, это лаг был странный, но... Ну, во-первых, у нас Pound Flash, который я взял под блайндом. И это... ХЗ, хорошо или плохо? Скорее всего, это плохо. И во-вторых, я все еще lost. Но у меня все еще есть Ankh. Зачем? Я могу найти... хуйню, могу пойти на мать. Я могу много чего сделать теперь. Я могу сделать что угодно. На самом-то деле. Потому что мы идем на мать. И теперь я могу снова пойти на мать. Теперь у меня есть ключи, у меня есть нахуй все. Теперь я могу сделать что угодно. Так что в целом-то все неплохо. Но, конечно, ластонгай все еще будет больно. И, скорее всего, ластонгай придется, потому что, опять же... А сейчас, может, просто надо ее братика чаще в сторону выкидывать и нормально. Типа, Фетус он ебашит сильно, но он ебашит довольно точечно. В чем его плюс? Господи, покупать айтемы за деньги. Опять взял модем, да? Опять взял модем. На этого персонажа, наверное, это опять ошибка. Я сделал ту же самую ошибку, что и в прошлый раз. Вот интересно, как это будет работать здесь? Здесь будут айтемы за деньги? Ебать, за деньги. Окей. Забавно. Окей. Это будет оверчарж, это, наверное, это будет полуоверчарж, ага. В принципе, плюс-минус поебать. Это выгодно или нет? О, это нихуя не делает, ладно. Наверное, пока не... Да, кнопку нашел. Короче, пока на не пойду, я вольтраут, но...
Потом пойдем. В принципе, окей. У нас появились новые возможности в этом ране. Я все еще не верю, что мы это пройдем, но вот у нас, по сути, есть шанс это пройти. Этого шанса не было никакого. Шлюха, наверное, прохала бы, но что-то хз. Деньги неохота тратить. Наверное, зря. Денег много, господи, тут еще мои эти бабики его трахают. Ни за что, ни про что. Это 20-20 рандомный тоже меня, скорее всего, накажет однажды. Я уверен. Почти, почти. Вообще интересно, у меня анима соло уже суперчарджем. Если найду 9 вольт, я думаю, нормально можно хуярить. Опция. Ладно, я могу это себе позволить. Инхер, у меня хелсапы постоянные. Причем это опция на девилайтемы. Надо как можно быстрее окошку находить. А причем, блять, окошко прокает до анка или после? Надеюсь, до анка. Ай, хуй его знает. Не думаю, что я это беру. До? Да разъебись. Это шанс. Это шанс. Ну, короче, мы либо смерти доджим лишнее, либо все-таки эту хуйню проходим. Но два варианта, оба плюс-минус рабочие. Это еще, возможно, не трогал. Давайте потратим. В принципе, я могу пойти на ангела и дьявола щупать в альт-этажах. Тоже, наверное, вариант. Как не здесь? Вообще не здесь. Может, вот здесь? Окей. Как же он обжигается? Забрызни. КП не видать, в принципе, и плевать. Спидап терздаун, вообще насрать. Господи, как приятно, на Кишеферус всех уничтожает. Какой приятный айтем. Ума сойти. Только на муху носить, ребята. О, пердёж, пердёж, пердёж помог, найс. Кончился. А, я не нажал хуйню. Бля. Ошибка. Не нажал хуйню, ну ладно. Поспешил. ХП не видать, в принципе, и плевать рифма. Ог. Ошибка новичка. Ошибка альт-якобиста. Я уже сказал. Начинающего альт-якобиста. Модем, ага. Ага, он завис, окей. Окей, он сдох. Триггерчики. Ух. Это я по нему смачно ёбнул. А, все. 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 А, все, окей. Уёбывай. Чё б тут найти? Какой-нибудь шилд? Какой-нибудь шилд. Не-не-не, дэмэджа мне хватит в любом случае. Не думаю, что мне нужны бомбы с... пауки с бомб.
О, где? Как же она все лагает, как же она все тупит. Какая же мне тут пизда в этой руме. И мне сюда идти, да? Мне сюда идти. По-любому. Сюда по-любому идти. Мне пизда. Бесплатный компас. Ты тоже бесплатно или как-то... Странная анимация. Ладно. Не, костры эти нормально живут. У меня 2 ГБ бага. Это нормально? Мне кажется, это ненормально. Ну, ладно. Давайте я просто пробегу. Кайф. По-моему, так даже лучше. Надо их 2. Это, видимо, ТМ-тренер, да? Я даже только сейчас внимание обратил, видимо. Хорош. Бежать, 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 бежать. Ран. Ран, ран, ран. Ран, сука, ран. Надо, надо бежать. Типа, шанс хороший на проход, но... Но не гарантированный. Да, мы нашли R-кнопку. Каким-то ебаным чудом, но мы нашли эту ебучую кнопку. Но, опять же... Еще пока нам ничего не гарантирует в этой жизни. Вообще ничего это не гарантирует. Что мы все еще в основном играем ластом без нихуя. И все еще можем стать... Синим любящим. Вместо Артьякобом. Тогда все на смарку будет. И это будет печально. Вообще, потому что мне плевать, наверное, будет много всего. Хули тут уже минмаксить? Это ошибка, опять же, нахуй я это сделал? Ладно, все равно он умирает. Какая в жопу разница, все равно он умрет. А, вот так вот быстро умрет. Я еще ему помогу в этом. Хаос. Ну, хаос, я не думаю, что мне нужен хаос. Есть сомнения по этому поводу. Че, я могу скипать руму? Ладно. А, ну, ну да. Босс там, благо, какой-то вроде... Босс-одиночка? Ох, ебать. Он не умер! Ты урод? Куда нахуй троллить? Иди в шоп, урод. Книжку, да, зарядим мы книжку. Не переживайте. Книжку, где я нажимал, нажимал. А, класс. Это ты охуенно взял в руки. Я надеюсь, оно прокнет после. После до. Я надеюсь, оно прокнет до, а не после этой хуйни. Но я не уверен, что эта хуйня... Ну, по идее, кошка прокает до Анка, правильно? Возможно, это оно. Это Ашпит одинокая. Take pills, whatever. Fucking whatever. Теперь это играбельно. Теперь это 9 жизней на этом идиоте. Теперь в это можно играть. Особо не опасаясь ничего. Оно почти ничего. Господи, прошло, блядь, и 5 лет мы эту ебучую кошку, что этого ебучего якобы. Ну как же он лагает?
И по факту, я даже не знаю, стоит ли вообще фармить хоть что-то теперь. На этом этапе. Может, уже и не стоит. Нож надо, правда, фармить, лол. Это да. Стандартный Гидеон. Стандартный помойный Гидеон. Хоть в ашпите, хоть в шахтах. Везде Гидеон. Ау. Не кухни. Как же тут много бомб. Как же все взрывается. Ты что, не дамажь, я надеюсь? Вроде нет. Найс призер. Еще волна. Еще призрак. Только. Вообще по скидке. Так, надо как-то выходить на ангелов, искать мантию, да? Полагаю. Ух ты, охуенно. Это кайфово. Ну, пошли делать нож. Господи, неужели это сейчас закончится? Я, блядь, не верю уже. Типа, мне, конечно, надо будет мать проходить, скорее всего, на лосе без мантии, но у меня будет, возможно, хотя бы несколько попыток на это. И даже, возможно, с этим справлюсь, возможно. Возможно. Такое же возможно, что я с этой хуйней справлюсь. Возможно, с этой хуйней справлюсь. Я хочу в это верить. И да, Имперор поможет очень сильно. Это тоже правда. Если я найду Имперор. Я не беру Блэнта, этому в пизду. Какая-нибудь Соя нахуй все обосрет. Не-не-не, все. Не берем Блэнта, этому. Опять пусть какой-то триллер сегодня на этом персонаже. Ну как же оно пердит. Просто ни одного ключа, два этажа. Потом The Infinity, потом TM Trainer, потом, блядь, R-кнопка, просто хуй пойми, откуда ее высрали. И теперь такой прикол. БТ у меня статы базовые вон какие. 0.75, 1.77, 5.43. И рейндж 1.51, ну такая. Не, ну рейндж... Уважение. Рейндж получился интересный. Надеюсь, ничего, блядь, не поломается. Я все еще буду с этого ебучего тим-тренера, что он что-нибудь хуйню обосрет. БТВ скорость, я не могу от него убегать, да? Нормально. Тут обычно бежишь, как бы, и она тебя догнать не может. А хотя... Или могу. А может, могу. Не, вроде могу. Эй, почти могу. Меня маленько догоняет чуть-чуть. Блин, нет кошки, да? Тут, наверное, нет кошки. Тут умирать нельзя, да? Давить? Наверное, нет. Скорее всего, нельзя умирать, так что опасно. Скорость просто отсосная. Yeah, I did everything, that's my last boss note. Elgin. This is the last shit we need to do. And we will get this certificate after this one. Last fucking shit character of this game. In V3. This from post notes. Luna. Omega Luna. То даже бы сказал, что это голубая луна. Как в той песне. Но не будем об этом. Стоит прям под луной. Красивый выход грида. Вышел на стиле. А, ну ладно. В принципе, плевать уже. Хотя на самом деле зря. Как-то я рано слился. Опы, давайте режься убивать. Не надо, не... Опа.
А что у меня первый айтем? Скорее всего, Анг. Вроде Анг. Да? Да ведь? Хорошо, Анг. Я могу его потерять. Вообще спокойно. Ой, ебать. Я это унизил. Анимасоло. Не, там же пассив. Блядь, Дюк опять троллит. Сука, Дюк такой тролли. Почему Дюк такой тролли? Что с ним не так? Так, а мухами. Костер в тебя там что? Костер. Костер. Ты чё? Ух, нихуя. А. Эта рума довольно мерзотная, наверное. Ну, в принципе. Вроде мы справились. Возможно. Там первая пассивка, а не активка. Он не удаляет активки. Ну, вроде. Вроде нет. Стоять. Дэмэдж. Смешно. Да, я дал анг. Что мы выяснили сегодня? Генезис ломает братика, но ломает очень странно. Если ты убиваешь братика в Генезис руме, ты остаешься ластом до конца рана, ну, но без брата. Чуть не балка стер в магазе. А, ну ладно. Это не страшно. Это не страшно. Вот ты что-то диплоп взял. А что с диплопе-то делать? С диплопе делать-то нечего, по-моему, да? Особо. Диплопия полубесполезна. Наверное, тогда просто забираем с собой стрэнг, забираем с собой эту хуйню. Мне стало А, потому что я потерял анг, окей. Все честно. 9 жизней, все нормально. Без дураков. 2 генезиса я не заберу, 2 генезиса, у меня только один слот. Я даже их забрать не смогу. При всем моем желании. Я был в сокровищнице, там ничего не было. Там был Дедонион, который мне не особо нужен. Дедонион нужен не особо, скажем прямо. Revelation. Орна. Это Орна. Она просто уже будем пушить. Это я не знаю, как это работает. Было бы клево найти темпера. Это факт. План какой? Брата надо просто типа в сторону хуярить, и я по нему ёбнул. Говорю одно, делаю другое. Блять, гений, сука. Просто, блять, гений. Ну что за гений этот стример? А, нет, ничего не надо, наверное, особо плевать. Просто брата откидываешь в сторону, и можно ебашить вирусом. Особо не переживай ни о чем. Вроде. Пишешь не особо. Окей, нормально. Damage. Тут я уже был. Открывай, господи, осторожно. А, она открылась. Стоп! What? В смысле? А вы говорили, не открывает? Вроде говорили, что она не открывает. What? Чё, блядь? Там была другая дверь. Чё, блядь? What?
Я даже не буду это проверять. Я даже не буду это нахуй проверять. Не-не-не-не-не, в пизду. Просто уйдите меня с этого персонажа. С этого рана. Чё, блять? Отпусти... А, ну да. Меня уже не отпустят. Отпустят, меня не отпустят. Да... Ебать. Делать клип потом посмотрю. Чё это было? Это реально странная хуйня. Так пришло. Санкарта лол. Дай твою мать. Да иди ты нахуй. Я 15 беру. Чё здесь? Не мантия. Там слева был босс Раш. Так, я это странно. Это очень странная игра. А где мой ХП? А где мое все ХП? ХП вообще больше нет. А, кошка. А, кошка же руинит, точно. Да? Она же руинит. Ладно. Будем пытаться проходить на кошкиных жизнях эту хуйню. Ничего нам лучше, по-моему, в этой жизни не светит, наверное. Хотя посмотрим, может. Маленько поиграем по-человечески. Тут модем заебись, по идее. Господи! Заебись, что его замедлило. Я буду просто его нахуй в другую сторону делать. Делать вообще. Найс, вторая фаза. А! Он умер. Или это она его убила. Так, ничего не вижу. Нереально. Модем, поэтому неоднозначно этот файт. Эти лаги прикольно, но типа, блять, мозг ломается, пиздец. Лаги прикольные. Атаки одни и те же делают. Атака. Просто не вижу нихуя. Что за, блядь, теле... О, мы свободны.
Мы свободны. Кошка, просто кошка. Нужна была блядская кошка. Игра крашнулась. Игра крашнулась. Я не почекал меню паузы. Не дай бог, ачивку не дали. Я нахуй сгорю. Не дай, сука, бог. Дали. Пошла эта игра нахуй просто с этими багами. Просто нахуй. Там сейчас потом, видимо, вот окно будет с этими с ачивками. Шандали ачивку. Не, все, все правильно, все правильно. Все. Все, все закрыто. Все ачивки. Ну, пост снова здесь, я думаю, ачивку дали. Не хочу на Варана сейчас, потому что я не хочу больше сегодня в это играть. В анлоке. Я думаю, там на Варана чем там сразу будут эти две ачивки новые. Жесть. Не, файл тот, в смысле. Вот он. 120. Плюс, плюс две ачивки. Все, все, все нормально. Уф, слава богу. Все. А тут, блин, чувство долга. Не выполнил его сегодня. 17, там челленджи половина, больше половины. И цики челлендж, и 2-3 ачивки финальных. На собирание айтемов. Так. Все. Это на сегодня все. Таймер, да, я на паузу.